Всем большой привет на связи Евген Коэн и в этом ролике я хочу рассказать про интересный проект который называется Pixelverse я сделаю полный обзор и отвечу на самый важный для вас вопрос а можно ли здесь заработать деньги и я отвечу что да можно. И вот для тех, кому интересно только заработок денег и ничего более, скажу следующую вещь. Первое. Если вы случайно попали на этот канал и не понимаете, о чем идет речь, кто автор канала, то у меня есть телеграм-канал, где в режиме реального времени, как только появляется что-то интересное, вот, допустим, Pixel Tabs, я пару дней назад про это рассказал, что на этом проекте можно зарабатывать, у него есть определенные фишки, да, почему он выделяется сильно а, по отношению к другим проектам, чтобы вы всего этого не пропускали, обязательно найдите ссылку в описании к каналу, и подпишитесь на телегу, в телеге выходят э, посты в режиме реального времени, продолжаем, а, чтобы вы просто до этого не забыли. Что касается этой игры, чем она интересна? Прямо сейчас у них есть закрытый режим. В рамках закрытого режима у нас есть игра Таполка в вашем телеграм. Аккаунт, uh, вы просто открываете бота, uh, ссылка есть на него и зарабатываете токены в проекте, да, то есть вы нажимаете вот, получаете клейм, то есть нажимаете на клейм и получаете токены. Что это за токены и в чем их прикол? Вот теперь давайте буду вам объяснять все это более подробно. То есть если вам не интересны больше обзоры, кто команда, как это связано с бинансом, где будут листинги, какая утилите uh, этого токена, вот, то есть вам больше ничего не интересно, вы хотите только зарабатывать нажимаете на ссылку в описании к этому ролику, получаете приветственные бонусы по а, реферальной ссылке, а, добываете вот эти токены и сражаетесь с другими персонажами. Сражаетесь с другими персонажами, получаете токены и вот эти собирайте как можно больше токенов и по качеству их персонажей. Чуть позже вы эти токены сможете продать. И вот теперь для тех, кому нужны а, подробности касательно того, почему здесь можно будет заработать, кто команды и все такое, давайте вот об этом поговорим подробнее. В чем вообще фишка этой игры? если говорить правильно, это не совсем игра. Это целая экосистема, в рамках которой будут выходить множество разных игр. То есть это такой вот инкубатор для запуска игр. То есть у них в дорожной карте сказано, что после, после всего этого дела а этот проект перерастет в полноценный блокчейн. У них уже сейчас есть определенный продукт. Это вот такое вот а веб 3 приложение, где у нас есть такая стилистика, как киберпанка, а у нас есть персонажи, а и вот все это замкнуто в огромный мир, который будет постоянно генерироваться и расширяться, которым будут владеть такие пользователи, как мы с вами. То есть здесь будет клановая война, у нас будут вот эти пэты, то есть сражения, у нас будут определенные животные, мы этими животными можем сражаться и зарабатывать токен проекта. Фишка этого проекта вторая, в том, что здесь изначально встроен PvP режим. То есть, если вы знаете такие игры, как Axie Infinity или там, Crypto Blades, то есть это те игры, которые, вся механика их построена на том, что у вас есть определенные персонажи, аватары, и вы этим аватарами сражаетесь, вы можете их развивать, размножать прокачивать, то здесь эта механика становится в основе всего. То есть здесь пользователи в режиме реального времени сражаются с другими пользователями. И тот, кто выиграл, получает награду. И фишка заключается в том, что мы получаем награду не в каких-то сферических непонятных монетках, а мы получаем токен Pixels. И вот у этого токена Pixels есть одна интересная особенность. Мы уже знаем, сколько он стоит. Он стоит, вот, давайте буду говорить, 4 цента. Он стоит вот 0,004 цента. И все это встраивается в определенную а, экосистему и токеномику. То есть, играя в, в эту игру сейчас бесплатно, каждый добытый токен стоит вот такое количество денег. И важный момент, сразу заострю ваше внимание на том, что всего токенов а, у нас будет, а, получается, а, 5 миллиардов. Из них на предпродаже, то есть э, это раунды, когда именно приватные инвесторы э, спонсируют первоначальную игру, было продано всего 5% этих токенов, всего 5%. Остальные токены распределяют следующим образом. 25% будет оставаться внутри игры. То есть это говорит о том, что каждое сражение пользователями, то есть когда мы будем сражаться с пользователями, будет приносить нам реварды в этом токене. Прикол этого токена заключается в том, что так как это является определенной экосистемой, то для совершения всех транзакций, которые будут происходить в этой игре, нам необходим... Токен, то есть газовый токен, это тот токен, который оплачивается для совершения транзакции И они напрямую говорят, что в конечном итоге токен Pixfi, который вы будете получать Он станет основным токеном для транзакции во всей этой экосистеме И это не просто названо экосистемой, потому что этот токен Pixel входит в состав Pixelverse SDK то есть создание, для создания нового блокчейна, когда другие пользователи, то есть, я говоря, другие разработчики смогут внедрять свои новые продукт, продукты какие-то определенные в рамках вот этой вот Web3 платформы, а, и для того, чтобы они могли со всем этим делом как бы управлять, им потребуется газовый токен, чтобы все транзакции могли совершаться. И вот тут как раз у них свой токен Pixfi, да, то есть Pixfi, ну, Pixel, Pixelverse. И мы сейчас с вами можем его добывать. Давайте я сейчас буду тогда убирать все лишнее. Утилити токен, то есть использование этого токена, очень простое. Мы с вами играем, зарабатываем деньги, да, то есть мы зарабатываем этот токен, и мы можем с ним делать следующее: мы можем его просто вывести на биржу в доллары, ну то есть ну в любую монету и продавать. Мы можем совершать разные действия на маркетплейсе. Здесь будет маркетплейс, и они нам говорят о том, и не просто так показывают. Что если мы посмотрим чуть ниже, у нас есть аватары. То есть я вот в игре играю тоже. У меня есть аватар. Вот эти аватары будут продаваться. И животные, которыми мы сражаемся, будем продаваться. Но более того, все это в целом, то есть, вот получается, животные, которые мы будем сражаться, они тоже определяют, они имеют определенную ценность. Мы можем их прокачивать, можем их скрещивать, и какие-то из них будут обладать уникальнейшими свойствами. И вот чем дороже, вот чем круче получается, будет вот такое вот животное, которым мы будем сражаться, да, то есть а вот эта вот аватарка, боец, тем дороже он будет стоить. И, соответственно, продавая его, мы тоже будем его продавать за пиксели. Таким образом, появляется сразу понимание, что это за экосистема. Но более того, это вообще не все. Фишка заключается в том, что, во-первых, мы можем их скрещивать и создавать разных гибридов, то есть это такая процедурно генерируемая постоянно мутация, и какие-то из них могут стоить просто колоссальных денег, там десятки тысяч долларов. Но это тоже не все. Фишка в том, что все это является определенной экосистемой, где они хотят создать самый большой в мире 2D мир. То есть вот то, что мы сейчас с вами видим на экране, это мир. И вот этот мир а, должен чем-то и кем-то управляться. И они придумали очень простую схему. Всем этим будут управлять люди, то есть мы с вами. А кланы, то есть кланы могут, допустим, выкупать какие-то участки территории На этих участках территории будет что-то происходить Допустим, там, PvP-сражение, либо добыча каких-то ресурсов Потому что здесь есть контент как PvP, то есть сражение друг против друга Так и PvE, то есть сражение против а, системы, да То есть охота на монстров, там, какая-то добыча И вот те, кто будут обладать, ну, давайте назвать это землей, территорией Они будут получать проценты со всех транзакций, которые там будут происходить И вот это все образует огромную экосистему но опять к вопросу о том, что на словах все хорошо, а где вот какие-то пруфы, что вот они вообще нормальные ребята, и у них все будет хорошо. Давайте смотреть. То есть они изначально сразу позиционируются, что это будет как low-cost блокчейн. То есть это будет блокчейн с дешевыми транзакциями. Но если мы отправляемся дальше и начинаем пытаться разбираться, а кто это вообще такие, во-первых, мы можем посмотреть на их команду, то есть кто здесь кем работал. И здесь все очень интересно. Здесь есть человек, которого ну, который был связан с компанией Gross The Age. Получается, здесь есть Кори Леон. Это тот, кто напрямую инвестировал и разрабатывал Trust-Wallet кошелек и работал в Binance. И у нас здесь есть, соответственно, Кирилл, который связан напрямую с таким приложением, как Step Up. То есть, если вы помните, было приложение Stepon, когда люди бегали, зарабатывали токены, был еще один продукт, который называется Step Up. И вот он создатель этого приложения, и он напрямую связан еще с приложением Zirion, да То есть, но ну, это тоже не важно. То есть, мы все это пропускаем, идем ниже. У них прямая интеграция, и их партнеры это кошелек Trust и SafePal. Trust валит, SafePal валит фишка заключается в том, что это продукты Binance. То есть это говорит о том, что Binance как минимум про них знает. То есть других инвесторов мы сейчас рассматривать не будем. Но у них также уже есть аффилированные партнерства с биржами OKEX, KuCoin, получается Binance, MEX, Gate и Bybit. Но если мы перейдем к ним в, в их, получается, а Twitter, и посмотрим на интересные вещи, то, во-первых, прямо сейчас, ну, вот они показывают, как это будет работать вся система. Давайте, кстати, откроем сейчас на экран. Нет, так, так не получается. То есть... А на данный момент уже в игре а, более 5 а, миллионов пользователей, которые ежедневно проявляют активность, потому что здесь есть а, активность... Дальше огромное количество вот этой вот таплки, то есть мы добываем ресурсы, мы можем вот передвигаться по в всей системе сражаться, смотреть за боями, то есть они создают такую вот альтернативную реальность, да, определенную игру. Но, ладно, это все фигня, смотрите. А, первое, у них есть прямая интеграция прямо сейчас с байбита. То есть они анонсировали, а, получается, аирдроп, и в рамках этого аэрдропа а, все, что нужно сделать, это быть, соответственно, зарегистрированным там на байбите и выполнить простые три активности, да, то есть получается подписаться на их байбит кошелек, потом создать аккаунт и получается собрать больше вот этих вот поинтов. То есть это поинты, которые мы собираем внутри игры дальше. А их уже также про них уже упоминается а, этот бюджет, да, получается, другая криптобиржа. Она говорит просто, что а, сделайте все очень просто, скачайте наш Web3 кошелек, а, зайдите там в GetDrop и выполните задание социальное, которое там есть. То есть еще даже этот токен не появился, у нас нет прямой связи и информации о том, что он будет добавлен на какие-то биржи, но их уже шилят биржи, понимаете, да? То есть вопрос о том, что они вот-вот э, будут добавлены на биржи, он в принципе не стоит, биржи их уже к себе добавили, и у них это сказано и на сайте, то есть получается вот у нас Мекс, Байбит, бюджет они, наверное, забыли добавить, ну, в общем, то есть это нам говорит о том, что с большей долей вероятности этот токен очень быстро появится на бирже, и он будет продаваться. И у нас с вами, так как мы с вами ранее последовательно, есть шикарная возможность получать эти токены бесплатно. То есть активности здесь очень простые. Мы должны раз в 8 часов заходить и нажимать на кнопку «Claim». Мы получаем вот эти вот э, монеточки. Это первая активность. Активность номер два — это ежедневные задания. Они достаточно простые. То есть вам нужно просто открыть, получается, это приложение и нажать на кнопочку «Claim». И вот таким образом вы забираете вот эти вот монетки. А на следующем этапе вы можете сражаться, да, то есть, когда вы сражаетесь с персонажами, то есть вероятность, что вы выиграете, есть вероятность, что вы проиграете. То есть, таким образом, у нас выглядит ну, то есть, сражение. У нас есть количество энергии, у нас, соответственно, вот таким образом происходит боевка. Боевка происходит с реальными игроками. Может быть, на самом старте, когда вы не прокачаны, то может быть какой-то бот вам попадает. Но сами сражения и основная специфика игры заключена на том, что сражения будут происходить с реальными людьми. И это то, что очень сильно выделяет этот проект на фоне других проектов. Если вы помните такие проекты, как Axie Infinity я, кстати, не помню, я, возможно, про это сказал в начале ролика, Axie Infinity либо э, Wave Stacks, то есть уточки, то сама специфика игры была построена исключительно на том, что в игре все строится вокруг команд и сражений. И вот эти уточки, то есть вот эти вот, э, то, чем мы сражались, да, эти Axie, они стоили денег. И э, в какие-то моменты это стоило сумасшедших денег. Чтобы собрать просто команду для сражений, нужно было потратить там 600 долларов, 2000 долларов. И люди окупались, то есть они покупали, получается, вот эти вот... Э, получается питомцев и питомцами сражались и тем самым зарабатывали деньги и там доходы были тоже ну просто невероятные там по несколько тысяч долларов шла шел доход а, еще что забыл добавить давайте я тут в принципе пробегался по их получается доку, да, то есть по их описанию как системы. То есть смотрите, что здесь важно. Я покажу основные моменты, на которые я обратил внимание. То есть один из членов команды, а он из команды листинга Binance и Binance NFT. Если я ничего не путаю, то это тот человек, который привел вообще NFT на Binance. То есть если вы давно в криптовалюте, то в какой-то момент в кошельке Binance появился раздел NFT, и они очень настойчиво про них рассказывали. Вот один из людей, который создает Pixelverse, он был именно этим человеком. Ну, также то, что здесь траства Dzeri, он Step Up, это нам уже не так интересно. То есть видение состоит в том, чтобы создать самый большой и доступный 2D-мир. То есть вот то, что мы с вами видели еще раз, да, то есть вот эти вот аватары, это вот часть вот этого 2D-мира. И все коммуникации, все взаимоотношения, которые здесь будут происходить, они будут происходить с использованием вот этого системного токена. Получается токен, который у нас называется Pixfio. Да, то есть получается, мы играем, зарабатываем, продаем, развиваем наших питомцев и сражаемся. Также... Здесь еще дополнительно я выделил в токеномике интересный момент, то что, а если на, получается, крипторанке мы видим, что на экосистему в целом, игровую экосистему и на награды выделено 25%, то в токеномике они говорят, что чуть-чуть больше, да, то есть получается здесь 25% выделено на игру, а 10% выделено на комьюнити инициатива, то есть вот мы с вами будем играть, приглашать других игроков, получать какой-то процент от всего этого, то есть вот получается 35% выделено а, на внутреннюю экосистему то есть на игроков это вот наши реварды которые мы с вами будем получать и соответственно потом продавать, если нам это вдруг захочется. Что тут я еще выделил? Ну, то есть ключевые особенности — это PvE и PvP сражения. Я думаю, что PvP сражения, если здесь еще вот эти монстры будут стоить дорого, то игра очень долго будет работать. То есть если монстры будут дешевые, грубо говоря, по доллару, это будет очень плохо. Если они будут стоить сразу там по 600, по 1000 долларов, то экосистема будет очень крепкой и очень долго существовать. Пример Axie Infinity. Хотя у нее было много клонов, которые пытались сделать это все дешевле, но по итогу эти клоны исчезли, а пик, uh, Axie Infinity продолжает работать. Дальше. А фишка токена еще заключается в том, что, ну, то есть он получается газовый, он будет использоваться для вообще всего, что будет в этой экосистеме. И у него есть дефляционный механизм. Это значит, что его количество постоянно будет снижаться. То есть изначально у нас, грубо говоря, там 5 миллиардов токенов, а в процессе всяких событий будет становиться все меньше, меньше и меньше. Поэтому изначально цена у нас может, допустим, там на выходе стоит там 0,4. И, к примеру, пользователи, которые заранее накупили этот токен, могут там, допустим, укатать токен, он там потеряет 50% стоимости. Но как, так как в целом количество монет будет становиться все меньше, да, там пройдет условно год, вот эта часть отвалится, сожжется, вот это сожжется, то токенов станет, допустим, там 2 миллиарда вместо 5 миллионов. А, а капитализация останется той же самый. Таким образом, токен может потом просто вырасти. Ну, это как гипотеза, которую надо тоже э, учитывать. А то, что мне здесь понравилось, это то, что сейчас я выделю так как это NFT, то есть это Web3, то все, что здесь есть в игре, является NFT-продуктом. То есть, допустим, ваши персонажи, ваша одежда, вот все, что у вас есть, это определенный продукт, и мы можем сдавать это в аренду. То есть, если вы помните, ну, если вы разбирали когда-нибудь механику Axie Infinity, сначала пользователи могли, сначала в нее могли играть пользователи, которые к ней присоединились максимально на раннем этапе, потому что они дешево смогли эти акции купить. А потом, так как это все сильно-сильно выросла и стала дорого, то пользователи не могли просто так прийти в игру. И появилась возможность сдать э, этих Axie Infinity в аренду. И они здесь сразу говорят, что мы реализуем такую фишку с аренды. Поэтому если вдруг окажется, что вот эти наши персонажи, которыми мы будем сражаться, будут стоить очень дорого, а вдруг они у вас будут, но вы не захотите играть, вы сможете сдавать их в аренду. Это тоже классная штука. Еще один классный момент, то, что здесь будет клановая система. То есть преимущества, да, кланы получают преимущества от специальных NFT, дающих преимущество преимущества в групповых событиях или битвах. То есть здесь могут еще также сражаться потом кланы на кланы. То есть это прям очень крутая такая экосистема, которая в идеале залетать там с самого начала. Вот, ну и плюс то, что эти NFT, которые у нас будут находиться в игре, они будут использоваться для вот строительства, модернизации баз, там создания каких-то новых мест и, и давать уникальные преимущества. Но опять же, самое главное, это вот... Повторюсь, это то, что у нас в геймплее есть возможность создания ботов и разведения их. То есть все персонажи, которые у нас будут появляться, будут иметь определенную рарность, какие, то есть как, уникальность. Какие-то будут стоить дешево, какие-то будут стоить дорого. И чем больше у вас их будет, тем больше есть вероятность, что у вас будут прям очень дорогие боты, которые могут стоить там несколько тысяч долларов, и вы будете их продавать. Дальше получается дорожная карта. Это нам не так интересно. А, получается, стратегия тоже не очень интересна. А, ну и, в, ну, можно сказать так, в заключение к этому ролику, основная фишка этого токена в том, что сейчас они находятся на раннем этапе развития, благодаря чему они позволяют нам получать вот эти вот внутренние монетки. Но в конечном итоге это все перерастает в полноценный блокчейн с низкими комиссиями. То есть у них будут расширены возможности использовать NFT и SDK. То есть любой человек, любая какая-то команда, которая захочет не с нуля создавать какой-нибудь какой, -нибудь, какой -нибудь мир, а просто внедриться. Допустим, появится какой-нибудь marketplace, который специализируется на каких-то да бог его знает, на чем. Вот. И они скажут, что мы не хотим все создавать сначала, у нас нет аудитории, мы бы хотели бы присоединиться к вам. Да, создадут какую-нибудь, не знаю, тут пивные кеги будут продавать. И они просто к ним приходят, говорят, давайте мы с вами запартнеримся, и нам нужна вот эта вот ваша экосистема, мы готовы работать на вашем блокчейне. И все, они просто приходят в этот блокчейн, а и пользователи, которые находятся сразу же на Pixelverse, им вообще не надо ни о чем думать, у них есть вот этот токен Pixfi, его достаточно вообще для всего. В общем, сказал очень много, что-то мог пропустить, может быть, что-то лишнее сказал, ну потому что ролик уже большой получился. Здесь реально очень много чего можно рассматривать и про это рассказывать. Если вам это будет интересно, я посмотрю на вашу обратную связь, может быть, по вопросам, может быть, по количеству просмотров к этому ролику. Вот, и если надо будет, я буду вам дальше рассказывать про механики а, этой игры, если вдруг это потребуется. Я напомню, что ссылка для того, чтобы вы могли подключиться в игру, а в нее играть, находится в описании к этому ролику. А, пройдя по ней, вы получите, получается, вот эти вот монетки, на которые вы сможете улучшать ваших а, а, ботов. То есть, если вы. Просто где-то будете искать ссылку на пиксель tab то когда вы в нее войдете, у вас не будет денег, да, то есть вы не сможете ничего прокачивать, потому что она завязана на приглашение друзей. Вот такой вот момент есть. Имейте это в виду. А, и второй момент: если не хотите пропускать следующие ролики, либо вы хотите, чтобы я что-то дополнительно разобрал, подписывайтесь на канал на ютюбе И не забывайте про телеграм-канал, потому что как только что-то интересное вышло, я сразу пишу пост в телегу, а через, там, может быть, неделю, когда время появляется, я записываю ролик на YouTube. А неделя в криптовалюте — это просто нереально огромный срок. А за неделю вы бы уже могли бы на этом заработать, если бы были бы одним из первых. Все, короче, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока. На связи был Евген Коэн.